Всем привет! Меня зовут Денис Чичков, я стилист, и мы с вами находимся в универмаге ХЦ Лейпциг, центре моды на Юго-Западе. Здесь представлены как бюджетные бренды, так и более люксовые марки. Одним словом, здесь вы можете найти все, чтобы создать свой неповторимый стиль. И надеюсь, мои модные советы вам в этом помогут. Сегодняшняя тема – джинсы и джинсовая одежда, и с чем ее носить. На примере мужских и женских образов я это продемонстрирую. У нас есть такая прекрасная рубашка бренда Betty Barclay. Она с такой проваркой. Предлагаю носить ее с такой кожаной юбкой с молнией. Получится гранжевый образ. Если это сезон осень-зима, то обязательно нужно надеть плотные черные колготки и носить с грубой обувью. Сверху можно надеть вот такой вот бомбер с кожаными рукавами. Можно надеть черную шапку и шарф. Прямые джинсы бренда Tommy Hilfiger подойдут абсолютно всем девушкам, независимо от типа фигуры. Носить можно с таким свитшотом с принтом. Свитшот бренда Tommy Hilfiger. Сзади на пуговичках. Получится такой свободный кажуальный образ. Дополнить можно его вот такой паркой бренда Pepe Jeans. Можно носить с рюкзаком и грубой обувью. И вот такое джинсовое платье бренда Levi's. Оно с коротким рукавом. Под низ можно надеть такой свитер с морским принтом. Дополнить образ можно такой кожаной курткой и клетчатым шарфом. Мужские образы. У нас есть такая парка из джинсы бренда Tommy Hilfiger. Очень интересная подкладка с такими стеганными звездочками. Предлагаю носить ее с такими брюками чина. И с таким джемпером с градиентом. Образ можно дополнить любой классической мужской обувью или грубой обувью. И последний мужской образ. Есть такая джинсовая куртка. Еще ее называют шерпа. Это куртка дальнобойщика с такой меховой оторочкой бренда Levi's. Предлагаю носить с такой клетчатой рубашкой. Под рубашку можно надеть такую футболку с принтом орла. И чтобы лук не был слишком банальным, можно одеть черные джинсы. Будьте модными, носите джинсы правильно. До скорых встреч!